спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово, рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из пропасти вытаскивая, ты бронила меня, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал. Ох, какая ж ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне, недоверчивая, страховала ты меня с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалалаласка моя. Каждый раз меня по пропастям выискивая, ты учила меня, альпинистка моя. По удивительному стечению обстоятельств, фрагмент песни «Скалолазка», написанный Владимиром Высоцким для кинофильма «Вертикаль» и не вошедший впоследствии в картину, оказался на этой съемке запечатлен в живом авторском исполнении. Ох, какая ж ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазковая. Хорошо, что мы одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.